You keep on crying, babe, I don't mind. I keep on staring at the clock, trying to pass time in my life. Всем привет! В этом видео будет сразу два дня, потому что в среду я особо не занималась, так как сразу после школы я пошла праздновать бабушкино день рождения. Поэтому у меня особо не было возможности поснимать, как я занималась английским или же другими языками, к сожалению. Короче, я пошла в школу, потом увидимся. Всем доброе утро, я вроде не здоровалась. Это на сейчас 8 часов, и я иду в школу. Так что, let's go! Короче, иду уже в школу. Пойду сегодня на 3 урока. Иду только из-за того, что сегодня контрольная на 3-м уроке по истории. А потом пойду делать снимок зубов, потому что скоро будет кое-что интересное. Я думаю, уже многие догадались, да? Мы вот с Дианой только-только вышли, а ты вовремя позвонила. Сейчас хочу пройти 2 юнита по Мёрфи, потому что они очень простенькие, вот. Я наконец-то доделала английский. Сейчас буду заниматься физикой. Нам задали вырастить кристалл из медного купороса. Поэтому я попросила родителей купить мне медный купорос. Вот он. Сейчас
сейчас буду выращивать кристалл. Я не знаю, за сколько он у меня вырастет, но я хочу, в принципе, красивый кристалл. Но, в принципе, я вообще не хочу этим заниматься, так что, ну да, для оценки надо, потому что это практическая работа. Я наконец-то размешала эту штуку. Вот. Сейчас подвяжу ниточку и оставлю его куда-нибудь. Все, вот так вот у меня получилось. Вот эта ниточка теперь вот тут вот внутри. Честно говоря, я ее туда еле-еле опустила, потому что она постоянно поднималась наверх. На все вот это я потратила около часа. Буквально 2 минуты назад я дочитала. Прочитала не 2 главы, как по плану, а 3, потому что я забыла, что мне надо 2, и, в общем-то, я зачиталась. Это одна из моих любимых книг теперь. На английском. Вот она, если что. Сейчас мне надо написать конспекты в новую тетрадку по французскому. Надеюсь, что я уложусь примерно за 20 минут, хотя вряд ли. Это было все видео, я надеюсь, что оно вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть Инстаграм, туда я выкладываю фото своих конспектов, а также каждодневные истории с моей повседневной рутиной. Всем пока!